Каждому пожелать, любите и будете любимыми. Прощайте, и вам простите. Не жалейте друг друга. Не старайтесь не осуждать, пока не получается. Всего самого доброго, светлого в наступающем году. Есть Мирная Багарян. И она говорит, что если вам кто-то положил на ладонь кусочек солнца, оператор немножко. Если вам кто-то положил на ладонь кусочек солнца, делитесь им его теплом с другими. Потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее только на себя. Друзья, просто любите. Всего вам самого теплого и светлого в наступающем году. И вечная память тем, кто не с нами, нашим любимым людям, падшим воинам. И всем тем, кого мы любим, продолжаем любить.